Дачный участок саровчанина снова попал в поле зрения преступников. У мужчины украли садовую технику, которую сотрудники правопорядка в ходе расследования нашли и вернули владельцу. Но удача отвернулась от садовода, и в майские выходные с его участка пропали стройматериалы на 15 тысяч рублей. Неизвестное лицо проникло на территорию земельного участка садоводческого общества «Красная звезда», откуда умышленно похитила бак из нержавеющей стали стоимостью 2000 рублей, 6 листов профнастила стоимостью 5600 рублей и иное имущество, то есть на общую сумму около 15 тысяч рублей. 4 сообщения о краже поступило от директора магазина цифровой и бытовой техники по улице Московской. Неизвестные воспользовались невнимательностью сотрудников магазина и украли 3 музыкальные колонки и веб-камеру. Пропажу обнаружили в результате инвентаризации. Неизвестными лицами в разный промежуток времени 20 апреля, 25 апреля, 12 мая и 16 мая было похищено 3 портативные колонки разной ценовой категории от 3 до 14 тысяч рублей и веб-камера. То есть всего имущество было похищено на 28 тысяч рублей. Для сотрудников ДПС прошедшая неделя прошла спокойно. В выходные на дорогах организовали дополнительные патрули для выявления нетрезвых водителей. По словам начальника ГИБДД, операция прошла успешно. Проводили минувшие выходные дни с пятницы по воскресенье операцию «Бахус». Как результат, 5 водителей в состоянии опьянения за выходные было задержано. Всего за неделю сотрудники ДПС зарегистрировали 133 нарушения ПДД. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».